Уважаемые сагильдийцы, у нас состоится экскурсия по Ульдуару. Ой. Ты поведешь. Ну я же экскурсовод, все-таки. Ну понятно, тогда будешь рассказывать каждую достопримечательность. Да-да-да. Ну я подлетаю, короче, сейчас я уже прям начну. Ну мы чистим пока этих. Ну чистите, чистите. Увидели и прочитали, что там написал, что убить надо. Запустили, что сказал. Мы пока централку чистим, специально ждем народ. Ну, главное, что запускали моба каменного, который вот тут внизу ступенек стоял. Я не спускался. Кто запускал? Еще никто не спускался. Нет. Там вот тут, вот на входе в инст. Кто-то запускал? Нет, я не тыкал. Ну, моба нету, значит, либо его запустили, либо с гномом поговорили. Если говоришь с гномом, вот гайд показываю на стриме, если вот с гномом говоришь, который стоит здесь, возле спуска. Хэмка, да, это... Слева, возле портала, короче, рядом возле телепорта. То запускается обычный режим. А если говоришь с каменным мобом, который как Аркедас из Ульдамана Last. В центре стоит, да? Да, он стоит в центре, сразу как только спустился со ступени. Я с ним поговорил, если что. Вот, если говоришь с ним, то запускается хардмод. Включаются 4 вышки. Вышки у нас есть 4 видов. Фреи, Торима, Ходора и кого еще? Фрея, Торим, Ходор и Мимирон. Вот. Вот эти 3 вышки есть. А что ты велик не взял? Так, надо уничтожить башню, которая зеленого цвета. А то он сейчас опять забакается. Она фул хп стоит. Езжайте обратно. Езжайте обратно. Которая внизу, что ли? Да, которая внизу справа. Вот как едете. Разрушители, езжайте сюда парочку. Так, бомбу-то добейте. С балкона хуяли, да? Где воет на карте, да, сверху можно хуярить. Спускаться не обязательно вниз. О, у нас же... Не спускайся, не спускайся. Куда ты поехал, блядь? Шалфир, блядь. Там придется моба зергать. 6 лямов. Башни поменьше. Хотя он все равно сагрится. Ну, осадки тут ничего не сделают. Вот разрушители только достанут до туда. Надо ей прям в крышу стрелять. А, осадки тоже могут все пассажиры. Ну, почему? Второй водитель? Ой, это запушка. Пассажир. Мелких мобов сзади убивайте кто-нибудь. Да не парьтесь ни про каких мобов. Вот эту сначала вышку убейте. Потом поедем у босса. Надо 2 моба убить. И когда он будет выезжать... Все машины взорвутся просто. Все, башня исчезла. Че там, самолет? Да, вроде добили. Там должно написаться, что добили. А, точно сломалась? Ну, дэмэдж идет, ребят, кто-то пуляет. Нет. Нет. Значит, все вроде. Ладно, поехали тогда к боссу. Там посмотреть на боссе можно, сломано она или нет. Вот, на боссе. Такие в комнату, когда заезжаешь, финтифлюшки справа горят. Слева. Вот справа вверху, это одна серая, это вот эта зеленая, которую мы сломали. Вот, чтобы запустился босс, надо убить 2 моба здесь больших. В принципе, все мобы, которые тут есть, их надо загасить. Это вот эти фонарики, которые светятся. Все, да? Что до этого в инсте, это не надо бить. Оно просто все сэвейдится. Вот, езжайте сейчас к боссу. Там ничего не надо бить, ничего фармить не надо, ни башни никакие трогать не надо. Потому что это все бесполезно. Вот тут мобы, я их кручусь, езжу вокруг них. Вот этих 2 мобов больших убить надо. Когда запустится босс. Я на трофей водитель. То есть на разрушитель. Я под них там собираю. Туда вглубь особо не заходите, иначе вы убьете, он появится и босс. Все, выезжаем, слазим с машин, стоим здесь, вот возле портала. Сейчас машины все взорвутся и появятся снова здесь. Главное, в комнате не находитесь, не едьте на машине, а вылезьте с машины. Это они, потому что взорвутся сейчас. Это все так быстрее будет. Вот сейчас выезжает босс.
Сейчас он сэвейдился, все, теперь даем шкаф. Да сейчас телепорт вроде. А, так, не шкаф работает. И есть. Чек на АФК. Сумоним всех. Кто не в инсте еще. Тактика очень простая. Фанфир, знаешь, да, как делать? Фарла, знаешь, так. Да? Я в трофейку сел. Кто там на пушку залез? А как тут энергию на колчедан набирать? Или она сама наберется? Мотоциклы будут подвозить, короче, и тот, кто сидит на разрушителе, вторым пассажиром, он собирает цепи колчеданы. Так, сначала все, у кого IQ больше 50, садимся в разрушители. Там садится 2 человека, разрушителей всего 5. Те, кто совсем тупой, ну прям вообще, ну слюни там текут, не знаю, ну что-нибудь такое, те уже садятся в осадные машины. Называется трофейная осадная машина. Вот разрушители, они поменьше чуть-чуть, разрушители это ДД. Вот трофейная осадная это типа танки. Вот. Значит, 2 человека туда, это 10 человек. 10 самых скиллованных должны садиться в разрушители. Вот где звездочка, я вот сел в разрушитель. Мне сюда нужен этот, тот, кто будет притягивать колчедан. У кого... вот тут Кпалю получается, да? Ставлю на разрушители метки. Задача разрушителей. Так, 2, 3, 4. А где пятый разрушитель? Они 4 их? 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Так, где пятый ездит? Чуть не вижу. Вот, да, вот они все. Алфир в нем сидит. Что-то суманили, еще какого-то надо. Вот история сидит. Да, я тут, а что? Да я просто не вижу. Где он находится? Да, мне кидать. А какую метку ему поставить? Сборщик, у тебя кто сборщик? Сборщик Геншин. Геншин? Сейчас я ему. Вот метку поставь ему. Блять, да где он? Какую метку поставить ему? Вот, я просто не могу. Какую метку? Возле ромбика и треугольника. Этот. Скажи, какую метку поставить? Месяц. Да. А, вот он, блядь. Оп, сняли. Все, это самое, смотрите. Заезжаем, осадки, разрушители. Те, кто совсем бичи, у кому слотов не осталось, мотоцикл садимся. Только масло не разливайте. Сядьте кто-нибудь в пушку. Давайте разрушители со стороны звездочки сюда подъезжайте, все отсюда начнем осадки. Там... в треугольник сядьте кто-нибудь. Давайте в треугольник. Что тебе там, тянуть, да, колчедан? Да, да. Мотоциклетки, давайте с осадки кто-то постреляйте за территорией. Вот висят эти фиолетовые параши. Вон за территорией еще. Да, вот. Вон там. Еще. Вот смотри, я стреляю камнем огненным. Вон там мотоциклы. Берите, пересядьте из люльки и обратно. Появится крюк. Крюком заезжайте, завозите в комнату вот эти синие банки. Мотоциклы. Давайте, работаем. Не вижу ни одного мотоцикла. Быстрее. Где мотоциклы? Самому сесть показать. Мотоциклы есть? Вот. Банку в люльку ставь, синюю. А вон они исчезают уже. Вот. Слева от банка висит эти колчедан. И скидывай, ну. Банки, которые за территорией, вон там далеко. Вот, да, вон разбивайте их. Вот они висят за территорией, вот здесь. Их разбивайте и завозите в комнату сюда, чтобы мы, начав пул, там появятся еще новые банки, ну, здесь в воздухе. И у нас будет нам, ну, много банок, чтобы не парились. Короче, все за машинами сидят. Короче, тактика очень Давакина. Простая. Давакина суманит нас. Трэша здесь нету. Ну, суманите этого, кто там. Ник Дэмэдж, тоже не разрушали башню. Одной башни нету. Эта тактика очень простая. Синий луч, который за вами ездит, показываю на звездочку, смотрите все. Значит,
Вот доехал до вас луч, вы остановились на секунду, убедились, что луч остановился, ну, немножко вот так можно проехать. Если он продолжает за вами двигаться, то остановитесь и убедитесь, что он остановится. Потом через 3 секунды или через 5 там упадет туда глыба снега. Если вы не успеете выехать оттуда, то вы заморозитесь в глыбу и будете бесполезны, то есть мы вайпнемся. Вот. Банки пропадут. Поэтому, когда луч за вами идет, вы остановились вот так и... Ну, секунду, грубо говоря, раз, посчитали и поехали дальше. Усмотрите сзади, луч вас остановился. И все, едете дальше, прям не останавливайтесь. Вот, это луч... Локи, поставьте еще шкаф. Это луч от Хадира. Ставьте шкаф, сумоньте, кого там не хватает. Луч, лучи, которые стоят там в рядок, там 3, 4 или 5 их лучей, тоже синие они. Вот, но они не двигаются, никуда не ездят. К ним просто подъезжать нельзя, там молния упадет. Вот, просто в них не заезжать. Все, и еще огненный луч будет. Ну вот, Лок стоит, тыкните в шкаф. Будет огненный луч. Огненный луч оставляет лужу, просто тоже в нее не заезжать, и все. Трэша здесь нету, так что это... смысл разрушителей. Все, кто сидят в разрушителей, ваша задача настакать колчедан с пула как можно быстрее, бросок колчедана на второй кнопке. Настакать 10 стаков максимум на боссе. Дальше ваш второй пассажир. И кроме того, что вы стакаете на боссе, если босс вас выбрал в цель, вы тоже продолжаете стакать. То есть повернулся вот так, выстрелил, поехал от босса. И при этом все на ускорении, которое прожимает пассажир. Раз повернулся, обновил стак, поехал. Ваша задача настакать 10 стаков и поддерживать. Если у вас они спадут, ваш ДПС превратится в 0. Вот, вы, значит, настакали 10 стаков и поддерживаете. Дальше. При этом, при всем, вы должны ездить так, водителя касается, который колчедан стакает, чтобы ваша машина находилась в 50 метрах радиуса синей банки, которую крючком притягивает ваш второй человек. Если вы будете далеко, вам нихуя не притянется, вы потеряете стаки, и мы выпнемся. Вот основная задача разрушителей. Осадные машины. Ездите слева, справа, сзади от босса. Как он начинает огненный каст, нажимайте шок. Нужно находиться близко к красной полосочке босса, которая под боссом. Ну, вот, прямо возле его колес. Ой, тут прикол в том, что сбить каст можно только у него в жопе. Ну вот, да, в общем, вплотную к нему надо подъехать. Именно вот в задницу заезжаешь, тогда он сбивает. Сбоку он может сбить, а может и не сбить. Там ренжа, уже короче, проверено. Ренжа 15 метров, поэтому надо заезжать близко к колесам босса. Прям вплотную к боссу, моделька в модельку надо, чтобы пересекалось. Я просто, мы когда в десятке были, сбоку он не всегда, даже вплотную ты подъезжаешь, он не всегда сбивает. В очко только. Тогда 100% собьет. А, давайте проверку. Колчеданы сейчас, пока вы пиздели. А, ребят, еще, чтобы увидеть, сколько у вас заряд колчедан, возьмите свою машину, так, допустим, трофейную, ну, которая разрушитель, и запомните цель. Да, так это касается, тех, кто сидит с крючком, тянет колчедан в разрушителях. Левой кнопкой мыши на свою машину и запомнить цель. И тогда вы будете видеть, вот 50 из 50, значит full колчедан. На одно ускорение 25 колчедана тратится. На один бросок бочки колчедана в босса 5 колчедана. То есть 50 мы выкидываем из 10 стаков на боссе. Все, все готовы. Заезжайте в комнату, все в комнате. Когда 25% тогда тянете, вот когда 25 заряд. Да, 25 тянете, раньше не тянете, потому что это бесполезно, он исчезнет просто. На счет 3 будем бить босса. Раз, 2, 3, фулл ДПС, поехали. Настакать 10 стаков и поддерживать. Вот на мне сейчас, вот кто со мной это самое, на мне эта хуйня. Сразу ускорение нажми, сразу нажми ускорение, вот мы поехали быстро. Колчедан 0 у меня, ты видишь? Где банки? Тяни еще банку. Еще сразу тяни, видишь, мне стрелять надо, обновлять стаки. Остальные, где 5 разрушителей? Я стаков вижу только 4. Вы что, дрочите, что ли, пока? Я 0 колчеданов, не могу ими стрелять. Ну так подъедь к ним, колчеданам. Я возле них прям стою. Ну тогда назови ник пидора, который у тебя сидит там нахуй и не тянет нихуя. Не вижу я его ник. Ну, блядь, машинка... Билка. Под картой. Машинка под картой есть. Видишь машинку? Там есть кругляшки такие. Один ник твой, один ник гуся, который не тянет нихуя колчедан у тебя.
нашел. 10 стаков, еще раз напоминаю, надо поддерживать. С лучей выехали. С огня выехали, в огонь не заезжаем. Все, стреляем этого гуся. Ускорение там нажми. Мотоцикл. Кто в трусах? В трусах кто сидит? Тяните, блядь, колчеданы. Давайте обновляем десятки, не теряем ноль, обновляем десятки. 10 стаков настакали и обновляем. Вот луч остановился и потом заново едь. Че он там стоит, дрочит что-то или че он, блядь? Пятая машина сдохла, походу, разрушить. Ну третий хотя бы, давай, не проебывайся. Настакай 10 стаков и поддерживай просто. Вот давай, нажимай, ускорялку нажимай. Кто там у меня сидит? Чё? Вот и все, едем. А сейчас просто вручную заколупаю его. Да. А что, я только один бил, что ли? Или нет? Не знаю, ну. Не знаю, кто там бил. Я тоже бил. Какой один из истории топ ДПС? Мне топ ДПС показывает. Там еще зависит от того, на какой рендже мы друг от друга находимся. Там же по-разному может быть. Ну да. Ностальгия у меня был, но он написал, что у него это забагалось. Может, у меня может. Его как бы в машине не было, как будто бы. Может забагаться. А по факту он там сидел. Я знаю, как забагивается, но это как-нибудь другой раз. Если будем сюда ходить каждую неделю, я расскажу вам тайну, нахуй. Как багается, да? Как багается, да. Там, ну, там IQ дохуя не надо, конечно, но, блядь, багается. А что, ничего не упало? Для обычки. Как-то ничего не упало, все упало. Ну, осколка только нету. Блядь, лут, да. Конечно, обоссанный мне стоит. Сейчас я уберу его. А 239-й шмот еще. Такс. Если что-то из этой параши, что выпало, кому-то надо, сразу об этом говорим, ставим в известность. Потому что я эту всю парашу распылю. Ну, кроме боешки, если будут боешки. Мольба Пандоры мне тоже нужна. Она всем нужна. Всем хапалам. Так, все, забрал. Острокрылая справа по ступенькам вниз. Кто там танки у нас? Лингрен, давай в танка. Ты в танке? Уже. Сейчас ману рисую. Блять, спирита жалко. Ёбаный покос, блять. Без матов-то вообще жить невозможно. Сколько ему лет? Мамка пизды дала. Блядь. Да, реально жалко. Пиздец, двадцатку дает. 22 тысячи пацан ДПС. Ставлю рыбу. Бафы там заранее распределите на весь инст. А чё там хилов у нас? 5 хилов? Короче, долго пиздеть не будем. Где эта курва? Запускаем сразу. Вот два танка. Я, значит, больших танчу, ты мелочь. Кружок, звезда, танки. Смотрите, огромный сервис. Вот эту мелочь ты танчишь. Вот она выходит. Три пачки мобов выходит. Сбиваем косты дозорным, даем станы, мастаны, все. Все парашу. Что-то быстро. А че Акиса сдох? Ты где, Акиса? Ты не доехал до нас, что ли? Где он? А вот он. Короче, три пачки мобов выходят. Кто-то возле гарпунов стоите там, или лок, или маг какой-то, кто успеет нажать. Три пачки вот таких вот этих копалок будет выходить. Вот. И на третьей пачке будет активироваться четвертая пушка. Чтобы это притянуть босса на землю. Когда босса... А мы не делаем ачивы? Ачивы в другой раз как получится. Он один починили, тяните, блядь. Сейчас быстренько пройдем. Это вот вторая пачка, сейчас будет третья. Вон там таймеры показывают, видишь, пушка готова. Вон. Вот четвертая пушка через 30 секунд будет. Это еще трэш вылезет, третья пачка. Готовьте бурсты там свои, когда босса приземлим, там будет секунд 40, у нас будет под Гера его зергать. Где там пачка вышла, дрэша новая, смотрите. Мы не успеваем, типа, заново все? Нет, просто... Успеем. Все, притягивайте просто босса. Будет вторая взлетка. Ну, то же самое, только второй да, раз. Да, просто так же, да, взлетит, повисит. На 50% у нее. Все, собирайтесь к центру, только здесь день не стойте. Сразу как активируется, нажимай пушку. Все, босс спускается. Босс. Геру фулл ДПС, все бурсты свои отдаем.
Под хвост. Под хвост? Да, только 30 FPS. Ну, у меня да, премия. Да, за спину зайдите. Под хвост, ну куда-нибудь там, это, или сбоку, или под хвост. Ну, главное, вот те, кто в лице стоят, вас дыхание сбреет. Уйдите сбоку, это дракон, прием, как слышно. На герой кивает. Кто влево, она клевает. Все, видишь, уже она сейчас, когда дышать будет, уже 50%, она уже не взлетит. А че биг дэмэдж? Убери стойку там льда, блядь, в чем ты бьешь там? Алло, блядь. Братан. Ты в чем там, в ледяной стойке, что ли, хуяришь? Я смотрю, блядь. Ты в DC вообще, Биг Дэн? Блядь, тебе 26 рублей пыхает. Все, лавовая бомба только первая кинулась. Блядь, раньше пиздец, она 3 раза взлетала, 4, блядь. Что, осколков нема? Да дальше там 2 моба, Лингрен, начинай там одного. Только смотрите на вас там, а, ну дебаф, похуй. Триня надо да, кому-то? Шлем расплил. Не, ничего не распылил. О, а дай мне меч, пожалуйста, этот наручный. Сейчас, а да. Мне шлем с гробу. Пожалуйста, проверить. Кому триню? Носить кто-то будет ее? Че там вообще на ней меткость? Кинь на мистере, если кому-то надо, я отдам. Дай шлем. Так, на, забирай. Тебе вроде отдал. Так, сейчас, секунду. Так, шлем, да? Так это боежный шлем, не дам. Какой, блин, нихуя. Ну, это он что, боешный? Да, персональный при надевании. Хотел нагреть, прикинь. Ну он такой обоссанный. Не, я хотел на трансмут, я даже не глянул, что он боежный. Ну вот я сейчас смотрю его в трансмуте, такая параша, блядь. Так покупай его за 300 золота. А сколько он стоит реально? Дай меч, вот. Мало, очень мало, 300. Кому дать? Фарлу. Это, ну поехали вниз. Это самое, смотрите, вот тут мобы есть, да? Они, по короче, одному будут, их. Они будут вихрь кастовать. Если я двоих вот сагрю, то забаньте второго. Вот он будет вихрь кастовать. На первый я дам притяжку сам. А второй застанете что-нибудь. На второй стан я дам. Вот, я дал притяжку. А что-то не сработало, блядь. Поздно. Тут, ну, да. Да, я во время каста он уже летел. Он. Ладно, похуй. Что-то, может, не работает, может, починили что-то. Станами бабах. Ну, стан точно работает. Ну, готовьтесь, сейчас вот он будет кастовать, дадите ему стан. Бля, что-то Тайфун захотел на свою вернуть. Вот стан. Но Тайфун классная штука, я не знаю, зачем я его убрал, блядь. Давай правого. Ну-ка, сейчас еще раз притяжку проверим, блядь. Ай, о. Он вроде сработал, очень реально опоздал. Не знаю, может залагало. Тебе просто диван дали. А, так, собираем этих петухов в кучку. Ну, пуливайте там издалека. Только не врывайте сейчас, надо агро на них массовое какое-то набрать. Встаньте все под жопу к ним, потому что они будут рывок делать через полкарты. Под жопу подъезжать к ним, к этим мобам. Все, масс на пол. Я грипну этого. Быстрее под жопу встаньте, чтобы они вот так не чаржились, чтобы по ним равномерно АОЕ шло. Да, легко, конечно. Раньше в ульду ходили, тут за каждую шмоточку дрались. ДПС давали 7к, это вообще считалось как 20к сейчас, блядь. Топ. Да. Ну я в Наксе уже, если чё, с собой 7к давал. Так, смотри, ты танчишь мобов, которые будут вылазить, и заводишь их в лужу. Всё, поехали. Значит, я... Ну, увидите все. Стойте за спиной босса и все. Вот сейчас я подведу, отверну его лицом к големам. Рейд, встаете за спину босса. Появится лужа, если сейчас... Что, в воду надо заводить вроде. Не надо, големов надо заводить. Сейчас все скажу. Вот, челиков ковш берет, но там просто хилы хилят. Ебать, раньше пиздец, тут 6 хилов не захиливали. Там у кого аура сосредоточения, под каст надо АМАС сдавать. Это вот под вот этот каст. Вот смотри, вот лужа появилась.
Вот моб, ты моба в огненную лужу заводишь. Не в воду, а в огненную. Вот в центр огненной лужи ты его заводишь. Вот. Я вторую лужу здесь буду развивать. Как только на нем 10 стаков накопится, ты ведешь его в воду. Моба этого. Это рейд. Встаньте примерно, двигайтесь за боссом. Не стойте там за 5 километров. Чтобы он рывки вот эти не делал. Километровые. Вот моб возле босса появился. С меня его заберешь. Вот сейчас еще лужа появится. Вот огненный моб, который красный, ты его должен завести в воду. Не новый, который без стаков. В принципе, просто держи их на себе, там я хуй знаю. А что ты, дай босса сюда. Заебал, блядь. Они прям идут на хилов и все, но. Да. Они и будут идти на хилов, наверное, зато. Ты, да, блядь, я... ты просто тут не был, надо там все быстрее делать. Видишь, ты его сразу в воду завел. Не то, что надо, сделал, короче. Ну, фото 2 ляма уже добьете, тут уже похуй. Не, мы били вообще как бы у воды, вот здесь вот стоит. Да я знаю. А он сюда лужи кидает, на, и знаю. Мы просто били и так же заводили. Ну, там фишка в том, что нужно миликом осторожно стоять, чтобы не... Там хлопок метров 15, но. По-моему, от него. Там урон приличный, 30-ка что ли идет без урона. Плечи красивые. Если что-то надо, сразу там смотрите, трансмут, хуют там. Только... ХМ-ки будем бить. Только смотрите это. Распыл лучше отдам, чем на какой-то бесполезный трансмут. Чё тебе? А, меч. Так, меч. Что это? Скорость, мастерство. Какой-то странный меч вообще. Тебе чё, ну трансмут он нужен? Конечно. Как параша выглядит. Охуенно ты... выглядит. Мне тут нравится только с льды этот. Двуручки пиздатые здесь мечи есть. Двуручки неплохие, да. Тут техника в первую очередь заливать. Да, там техники два маленьких есть. Смотрите, выберите их и дадите им стан в каст, иначе купол. Купола будет... в воде лёг. Блять, похуй, да, вам на каст, я понял. Чтоб каста не было, просто технику дайте стан в каст, чтобы техник не кастовал этот купол. О, минус рейд. 260-й, пацаны. Вставайте, покидайте тело и телепортируйтесь сюда, что вы не разлеглись там. Вот, смотрите, ставлю метку на техников. Вот. Звезде я собью каст, кружку сами собьете каст. А этого компактобота закорнюйте, дайте ему корни. Все, поехали. Вот, звезду бьем. Вот там кто-то сбил. А кружку не сбили каст. Ну что вы вообще в DC? Вот вас просишь что-то сделать, вы не делаете. Что, у 10 паладинов, рогов, варов нету стана сбить каст? Алло. Элементарно же. От самоуничтожения, если что, тоже отходить надо. Есть чипс у кого-нибудь? Да. Тактика. В начале инста стоит NPC, который можно чиниться, реки покупать. Рыбу можно? NPC? Мы его в обычке, да. В хэмке бьем. Хэмк. Обычка. Значит, это. Слушайте внимательно, кто выходит с меткой. Выходим право-лево с меткой. С черной меткой, если человек, ну, далеко не выходит, вы отходите подальше от него, потому что притянет в лужу, там задамажитесь. Ну, на топоте там прохиливают хилы просто, а на этом, как он называется, с белой метки будут искры выходить. Сначала искру убивайте, потом дальше босса бьем. Когда выпадет сердце с босса, его под герой будем зергать. Тут 40 секунд, да, в принципе, да, мы без геры убьем. Да, без геры убьем, а лучше на босса геру. Да, можно и так. Все, не знаю, ждать его нет, да похуй. Поехали. Бейте, чего? На 75% сердце выпадет. Вот рарник выноси. Черепок ставит черная метка.
Это сейчас эти бомбы немножко по-другому работают. А когда мы сердце зальем, будет хардмод режим. Вот сердце выпало, все сердце выбрали. Full DPS, ну, бурсты отдайте свои. Дамажьте сильнее там. Ну, нормально. Как только сердце умрет, это будет запущен хардмод. Все, хардмод запущен. Тут один большой босс, моб. Под боссом его держи. И вот этих двоих. Просто закливайте их. Все, осталось метки только выносить и все. Захиливать топот. Трэша тут нету. Переп лево. Вот Ровист. Раз. Отойди немножко там. С него с Ровиста сейчас. На километр не обязательно. Давайте, Геру. Вот искра вышла, все искру ебаните. Искру зергните быстрее. Все нормально, она ешется чисто клеем. Да, как, блядь, в натуре. Этого прохильте, блядь, крестик нахуй. Хилы вы вообще. Он убежал, в кино. Он убежал далеко. А, нахуй ты убежал это... далеко. Это ностальгия. Понятно. Ностальгия. Он убежал 3 километра, я к нему убежал, но очень медленно. Ностальгия, братан, зачем ты далеко убежал от хилов? Ну надо убегать до Лоран. Этот, Ровист, иди резай его. Пускай побьет. А то хули лежать. Далеко не надо уходить. Черная метка 20 метров. Белая метка 10 метров от людей можно стоять. Далеко не обязательно уходить. Искру забейте. А ты, Холи Дринк, что, диван дал или что? Нет. Позже не успел убежать. Ностальгия, вставай. О, давай ГП здесь будем давать. Это ты гонишь, что ли? Искру убейте. Ностальгия, вставай. Что он там? Еще раз сдох, что ли? Чуть не вкуриваю. А, да, понятно. Да. Ну давай, бидон тотем, геншин на ману, читаните там немножко, ресните себе ману, и лям набивайте. Сейчас с этого босса лут заберу, и только там не спульте трэш, дальше будет. Так. О, чё, о, для блокера колечко. А, да, блокеров понерфили. Блокеров понерфили. Блокеров уже не канает. Сейчас. Посох охуенный, да, транспорт. Какому-нибудь лоху впарим это колечко, блять. А чё да это? Ни одного осколка ещё не упало? Пока нет. Забей из это. Может вообще не упасть. Жесть тогда получается. Да, шанс маленький. Сколько их надо, кстати? 30. Какой портал сейчас? Вестибюль. Самый нижний. Да, вестибюль. Это прям дико, но. Дичь. Портуемся. Там посох поролить хотят. На трансмут вы все ролите, надеюсь. Вот там трэш сагрился. Диспельте только с Лингрена сейчас. Магию диспельте. Себя диспельте там, и ты можешь диспельть. С него диспельте. Это, блять. Это что вы ролите? Какой посох? Красивый посох. Красивый типа на трансмут, да? И кто выиграл? Ну да, красивый, красненький. Кто там выиграл? Ровист? Решка. Геншин. Геншин, походу, выиграл. А чё вы кидаете по 100 раз? Я хуй пойми, как мне смотреть? Кто? Геншин? Вроде Геншин. Да, Геншин 96. Тут лужа ж, по-моему, кидается. Мобы. Руны. Ровно, вернее, да. В ней можете встать, там ДПС повышается. Но если вдруг ХП будет понижаться, то выходите лучше. Ну про ДПС повышается это я наебал, это будет на собрании. Там вроде в какие-то можно заходить, в какие-то нельзя. Да, бидон, какую грудь? Тканевую, что ли? Давай большого сначала. А вот кольчуга. Понял. Это кто вперед ломанулся танка? А уешьте всю эту парашу. Ремонтников заливать. И диспольте тоже. Блять, стан это. А
ты робота разобрал, Войт? Там кто-то разобрал, я не инженер. Пошли на собрание. Бля, мне прикалывает этот от Толгородской чарки, вот этот фиолетовый шарик такой вокруг меня. Он в героике будет жопа поджигательный, вот этот босс, вот Войт, ну скажи. Какой? Он, они все такой. Будут жопа поджигательные. Все, да? Да они все легкие, блядь. Да то же самое, только урона и хп больше будет. Ну этот как бы, вот я помню, мы тут осваивали его, бегали. Тут. Но смотря в каком порядке убивать просто. Да я один танчил просто, блядь. Смотри, этот, с пула, значит, убиваем в порядке мелкий, средний, потом в конце большой. Лингрен держишь мелкого и среднего, я держу большого. Хотя нахуя, давай ты держи сталилома, Лингрен, а я мелкого и среднего. Смотри, там на сталиломе он будет поднимать руки и кастовать в тебя парашу. Mm-hmm. Ты был тут, Лингрен? Спалить. А ты знаешь, да? Спалить. Ну все. Да. Я был как бы, но я вспоминаю уже. А вот себя не спалишь, просто это самое главное, и все, и похуй там. Нас, в принципе, вон хилы хилят. Это, ну и все, и похуй, остальное скажу, блять. Где там люди подбежали? А баф воровать кто-то будет? Я вылетел сейчас, зайду. Давай, а зачем? У нас здесь и так ДПС нормально. Какого, среднего же сначала убиваем, да? Маленького, мелкого. Потом среднего, потом большого. Можно, конечно, среднего в конце и вайпнуться. В принципе, это похую, как бы. Дело в том, что маленький там что-то начинает. Что он там начинает, блять? Он начинает кастовать вихрь. Ну, да, он взлетает и начинает. Не, взлетает это он, когда он последний остается. А это в обычке. Когда один умирает моб, он... Ну, там три стадии есть. То есть, когда все живые, когда один мертвый и когда два мертвых. У каждого моба. А вот у него есть, когда один мертвый, он кастует этот вихрь молнии. Вот, ну, стоя на полу, он просто крутится. Его надо сбить. У него и так касты сбивать надо. Еще перегрузка у него, но перегрузка у него всегда есть. Давакин, там, когда скажу, стаунтишь сталилома отвлекающим выстрелом. Ты же был тут, да? Он не в Дискорде. А, ладно, похуй, это без этого убьем. Добро ли в Дискорде? Киса бежит. Уже подбегает. И рыбу надо, нет? Да похуй. А зачем ты тратишь? Ну, я тогда выпью. А что тут выпить-то вообще? Настой сервера, да? Настой сервера, блядь. Вот сила увеличена на 60. Больше агро будет. Все. На пуле теновой до мелкого и среднего. Все, давай, Лингрен, на счет 3. Раз, два, три. Погнали. И мы их друг от друга разводим. Так, давай. Мелкого хуярим в первую очередь. Вот видите, буревестник Бурундир, блядь. Вот его хуярим. Когда появится руна, если синяя руна под твоим большим появится, ты из нее выводишь. Вот здесь спалился, да? Все, руна появляется, смотрим под кем? Под нами. Вами. Под мелкими. Ну, не уйди далеко. Сейчас я подойду. РДД в нее встаньте, будете больше наносить урона. Велики достаете? Так, сбил ему каст. Ой-ой-ой, блядь. Достаете? Ну и хуй знает, стоите так, короче. Все, мелкого добиваем. Сейчас синего этого среднего объем. Блять, Гера еще когда? 2 минуты. Ладно, похуй. Значит, смотрите, сейчас готовьтесь разбегаться. Когда он будет кастовать синюю руну, сразу после нее будет кастовать зеленую. Из зеленой надо выйти. И от боссов, от большого и от среднего надо отойти. Вот отходим. И от большого, от среднего убегаем. Быстро-быстро. И синие уйдите, чтобы... Вот. А теперь в синюю идем. В синюю идем. Быстренько среднего добиваем. Захиливайтесь. Вставайте в РНЖ за хила. Чтоб хилы до вас доставали. Большого подводи, готовься. Это со мной, в принципе. Вот, все. Подводи, только смотри, чтобы он баф от руны не словил. В руну не заводи его, он тебя шотнет. Немножко отведи. Немножко отведи, чтобы это... Вскользь его. Не обязательно назад. Вот у тебя уже ревностный. Хильте пало сильно. Вот нормально. Это у меня ревностно. Готовься, вот этот баф. Вот захиливай его на фул.
Все, на рейндж разбежались, на рейндж все разбежались, на рейндж стали быстрее, кроме миликов. Все, а что там у тебя, кстати, по... Вон, 5 секунд, все, забрал босса. Иди, убегай отсюда, убегай, убегай отсюда, ты сейчас взорвешься. Все, сдох, нормально. Свою миссию выполнил. О, двор выпал. О, меч охуенный. Меч, давайте ролим нах. Опа! О, вот это энчант, наложение энчанта, отлично. Иди, скроллим. Да диск нахрен не нужен, вот свиток энчанта, да. Резко, как это диск не нужен? Сделаем, будем ходить так, в финал галлона. Рольте меч. У меня квест есть, вроде сейчас кому-то еще будем делать квест. Кто будет рылить это дело? Ребятки, ресните. Ресните челика. В принципе, портал можешь. Так, бит дэм. Так, это не надо никому. Мы пойдем бить Элголорна еще? Так, да, это самое. Хотя вот эту парашу рольте. Ключ, кто будет делать? Ависту закину. Не энчант. Все, разыграл. Надо ему запустить же. Так, холи дринг. А, это на исцеление, что ли? Чарк. Не знаю, ну что там. Танковская ПВПшная. Эй, надо было ролить, но. А да, меч? А меч забудь. Надо кому-то? Давай, давай на мужика. Планетарий зачем? Меч нужен, я конечно. Я уже изучил. Вот этот меч. Я не вижу, что? Чтобы ты изучил. Кинжал, вон, рольте на трансмут. Это серьезно, Леха, уже изучил. Планетарий, пошлите зайдем. Ну все, из тебя 500 голды. Все, дудуну закину. Будете в трансмуте, там, блядь, в Долоране охуеют челики, будут смотреть нихуя, блядь. Пацаны у льду проносят, нахуй. Если я начну вспоминать, сколько стиля халды. Какой планетарий, а у колонна ты хочешь? Ты только вспомни, сколько я тебе камней сделал. А мы этот, Равис будет квест делать. Помнишь, сколько халявных чарок? Я холидринку закинул, эту хуйню, как она называется. Просто стоял, 180 камней. Я уже изучил, все. Так, тут что, запиздить руки и бегать от луча из глаз, правильно? Правую руку. Та, что слева от нас, пиздим. Когда проходит урон, прекращаем. Короче, смотрите, тактика какая. Фулл ДПС по боссу, вот центр туловища бьем, вот коло гарн, вот этого гуся бьем бородатого. Руки не трогаем никаким ауешкой. Ну, в принципе, это, не ауешьте туда, не дотайте. Когда в правую руку вот ставлю звездочку, она находится слева от нас, но она подписана вон правая рука. Все умеют читать? Вот звездочку поставил мне, видите, да? Она будет хватать трех людей в руку. Когда она это сделает, туда надо дать ДПСика, чтобы их выкинуло обратно. Как только их отпустит анимация, они в стенку ударят. Дальше бьем туловище. Когда скажу, руки зерганем. Ну, каждая рука отнимает 15% хп босса. Примерно на 40% можно будет зергать руки. Вот, они взорвутся, и у босса останется 2%, и мы просто его дольем. Все, проверка. Ну, короче, я не помню, сколько там стаков. Ну, 2 стака, наверное, и заберешь. Я начну на пул на войда. Че, Гера у нас есть? Песа готов? Все готовы, пошли. Там же 6 взгляд надо. Давайте ловить. Геру, на, от луча отбегать просто. На рейндже немножко стойте, люди. В рейндж встаньте по квадратикам. Вот эту парашу просто захиливаем. ХП сейчас дохуя, видишь, с алкашным шмоте. Ой, блядь, как у него ХП улетает. Пиздец, конечно. Что-то и руки дохнут быстро. Центр в туловище. Вот теперь в звезду сыграли. Только немножко, не сильно. Вот как отпустит, я скажу, стопаем сразу. Готовимся. Вот подбейте. Все, стопнули. Туловище только бьем. Только туловище. Когда скажу, добьем. Так, 40%. Поиграйте по руке, которая левая рука подписана. Все, и по рукам, и по боссу играть. Все, разъебывайте. Все, прям фулл ауе даем. Вот просто вам не зыбка и все, и похуй. Вон рука, как раз рука, разбивайте звезду и тут тоже руку разбивайте. Все, только руки разбивайте, босс умрет уже, босса не трогайте. Вот, все. Обезоружен не получилось.
Но безоружен это руки залить, чтобы он без рук был. Это имеешь в виду. Ну там... Как-нибудь сделаем. И... Так. Не помню, какие там условия, там по-разному все это. Там, по-моему, надо, короче, залить руки с разницей в 10 секунд, по-моему, что такое. А они моментально упали. А как без блокера? Вот здесь, короче, вот этих двух мобов надо зергнуть одновременно. Чё, говорит, рарник? Чё там надо? Вот этих мобов? Вот этих мобов? Одновременно. Давайте оттуда уходим. Вот веди за мной мобов этих. Сюда наверх заводи, все наверх поднимаемся и отворачивай их к куполу, к разбитому. Блять, куда он пошел? По второму поиграйте. И перед лицом этих мобов не стойте. Вот у которого... Вставайте, чё вы разлеглись? Вставайте и телепортируйтесь сюда. И перед лицом у них не стойте, у этих мобов. Так а зачем мы их сюда провели? Можно потому было что... там на месте убить. Там босс, там потому кошатница что... Там шла. Кошатница. На босс еще идти будет 3 года, блядь. Просто мы провели сюда, его вайпанули народ. Да, они просто не знают, что под лицом нельзя стоять, так бы не сдохли. Мы... Да нет, там кто-то, так... стояли, там кто-то развернул. У нас там развернули. Не, это... Валившаяся то... галерея? Да, то ли агро сорвали, да. То ли что, я там не помню, что было. Да, я агро сорвал. Эти ван кинули, стопудно. Я просто моба грипнул, а потом таунт нажал, но на нем не успел нормально натыкать. И он в любой непонятной ситуации кидать иван. Ну тут, короче, рыба стоит. Предпоследний телепорт, предпоследний. Так, короче, ты будешь на этих. Весь рейд будет стоять звездочки. Все в морду смотрят. Ты, короче, кошек забираешь. Вот, и весь рейд вообще бегает звездочки в войде. Вот, подходит босс, жрите рыбу быстрее, сейчас будем запускать. С пула отдаешь 50 на 50, всю хуйню там, это, кошек забираешь. Встаньте в звездочку, уже все пожрали, 10 секунд прошло, вставайте в звездочку. Иди, это, иди пуль, хант или кто-то на пульте на этого напало. Нет ханта. Ждем, еще не пошли. Пошли, заходим за угол. Сейчас, если готовлю незыбку. Давай часовых пусть отведет, сделаем ночеву. Так, блять, мне надо стаунтить. Не надо ничего отводить, заливайте 4 моба, которые есть. Пулсы. Все в одном кемпе. Пулсы вы массакры отдайте, потому что они бьют прилично. Все, Мэтфокс, резни вон хапалю, стоим просто звездочки и все. А зачем ты покинул тело, ну ё-моё. Ну бежит. Да как бежит-то? Бой на инсте, Винс еще не зайдет. Видимо, не знает, что это вот босс. Этот каст сбить, вот. Сейчас будет луч, из него маленький трэш. Точнее, сначала маленький трэш, потом будет после него луч. Вот, маленький трэш это просто зауешивается, там похуй. А когда будет луч, из него вылезет кошка. Ты эту кошку застанешь и затаунтишь, и будешь на него играть. Это вот под лицом стоим, делим физурон. Вот сейчас будет луч. Вот из этого луча мы уходим. Мы уходим за звездой. Ты таунтишь эту хуйню. Встаем перед ебалом босса весь остальной рейд. Берегитесь. Так, ну... Нас бить. Ну каста сбивайте, вы чё? Уваров, на вот этот каст... как он называется, скажи мне? Ярость Берсерк. Нет. Ну каст, на который... Блять... Короче, который фиряет нахуй, который накастует фир перед тем, как... Вот, выходим с лужи. Выходим с лужи и стоим под ебалом. Все, и так добиваем. Там скоро воскресится кошка из этой лужи. Там труп лежит, и она будет воскрешаться. Но на 9 раз воскрешается. Есть ачивка, типа 9 кошек убить. Стопим ДД. Будем 9 кошек убивать. Слышишь, как она орёт, нахуй, этот самый угар. Сейчас вот ледяная пещера здесь внизу. Туда идем. Плечи, секс. Ага, крутые. Опа, давайте плечи паролим. Давай паролим. Глаза стоите, что ли? Угу.
Ты глянь, как выглядит. Рольте. Камень, скала. Шамана скину. Да, прикольно. Предпоследний порт. Давай, Ген, ебашит. Ну чё, делаем ставки. Зайдут на сугробы. Ну, зайдете на сугробы, но не знаю, будем хуесосить, блядь. ГП за сугробы, ГП за сугробы. Я ни разу не видел, что сугробы, блядь, остались в покое. Просто за звездой ходим, ни вправо, ни влево, никуда не ходим, блядь, вот и все. О, ошибка вылетела. Фаталыч. Да, фаталыч. Хорош. Все, что я бью. Ну, в принципе, не часто кастую. Сука, ну только не надо зависать, блядь. Пиздец, хуй так долго, нахуй. 6 статов заполироли. Ну и чё там, блядь, крашит или что? Пиздец. Нет, нормально всё, зашёл. Не знаю, мне виснет. Вначале я всегда виснет. Вот у меня тоже после обновы стало, короче, зависать. Вот я захожу в игру, и у меня прям зависает, потом отвисает. Угу. Чё там с полиролями, блядь? Оптимизация подъехала. Или он наебал нас, Синтек? Блядь, его в игре 2 месяца не было завтра, уже. Завтра выйдет это обнова. Они сегодня только это закинули к конфу. На сугробы не встаем. Ладно. 3-го утром. Это, это да, про X4 Astra. Слышишь, вопрос такой, ты там писал же, типа, по поводу второго рейда. А если в связи с работой я могу на одной неделе попасть, например, во второй рейд только, а на другой неделе только в первый? Вы что, бомжи, блядь? Хули вы возле сугробов бегаете? Вас что, вы сюда трэш пришли бить бесконечно? Или мазафакер, отойди. Мазафакеры? Вот что это, блядь? Вот кто пробежал возле сугроба? Ну, сука, ну сказано же, блядь, не бегайте возле сугроба. Дальше отойдите от сугроба, ёп. Да с него сейчас вылезут, сколько в нем есть там мобов. Да не, это какая-то херня. Вот только что мазафака стоял, короче. Какой были... мазафака? Ну, сова мазафака стоял. Да не было тут мазафаки никакого, блядь. Мэтт Фокс, наверное, блядь. Я тебя, блядь, жестко. Хуяришь, мазафака, говорит. Ну там да, ну да, он. Ну вот, да, стоял, мобы были. Потом я прошел, один моб вылез. И так же само бежал. Да, ладно. Я пойдем лучше за звездой, пускай мистери рассказывает. Пошли. Не агрить этого моба, блядь. Вот тут я сагрил сугроб специально, чтобы этого большого не бить, чтобы не крашило игру. И идем, не стоим, блядь, не смотрим на этих червей, блядь. Идем сюда за звездой. Вот, паровозиком, да, вот сюда. Мэтт Фокс, ты старая мазафака. Старая мазафака. Хорош. Диван дай. Сука. Давайте без воды, ребята. По кому диван? Не дай диван, а он случайно нажмется. Кинь шок, нахуй. Ты говорил, что завуалировано, блять. Вы что там, все сугробы наступили? Ну вот это, который я запустил, типа, просто там челики отставали. Нет, там еще один сугроб допустил. Слева. Ну, блядь, молодцы, хули нахуй. Не умеете по стенке бегать. Я понял, блядь. Короче, вот здесь люди сыпаться начнут. На этом боссе, делайте все так, как делает звезда. Ну, в плане, с пула надо будет убить вот эти ледяные вспышки. Близко не подходите, их не дамажьте. Значит, с пула... Поставьте шкаф, засуманим, чтобы они говно это не тащили. Да, давайте, а то они натуре сейчас все сугробы там соберут. Значит, эти вспышки заливаем. Эти мобы в вспышках, они нам дают бафы. 3 вида бафов. Первый баф — столб света, в него нас заходим, повышается скорость. Второй баф — грозовая туча, появляется на человеке, он пишет на мне: грозовая туча. Этот человек, в него должны сбежаться люди.
И третий баф – это костер на полу, его очень плохо видно. Он не такой, как обычный костер, но вот кто знает, как он выглядит, заходим в него, и там настакивается увеличение урона на весь рейд. Вот. После того, как будут сосульки падать, как в яме Сарана в пещере, с них просто надо выходить. Ну, это надо 20 IQ, чтобы было. Ну, я думаю, у вас есть. Вот. И дальше надо будет, когда упадет две больших лужи, появятся, как ДКшная, только вот как вот такая, только синего цвета. Два сугроба. С нее сначала надо выйти, вот как показывает звезда, а потом, когда снег упадет, снег белого цвета, вот такой вот, как вот здесь, вот где шкаф стоит, и потом вы вот так вот с краю стоите на 5 метров, не убегайте на километр, ни в Долоран, не телепортируйтесь, вот так вот стоите на 5 метров, потому что если вы будете вот так на краю стоять, этой лужи синей, нахуй, упадет сугроб, вас откинет на 30 метров, нахуй, и вы не успеете, вы еще будете под замедлением, вы не успеете забежать, вас заморозит. Ну, мы ачивку, конечно, не делаем, но, возможно, это пройдется хардмод. Хардмод тут в том, что убить босса там за 2 или за 3 минуты. Вот это, главное, все три вида бафа вот этих ловите. Столб света, этот, грозовая туча и костер. Паладин, грозовую тучу сколько это... человек должен сбежать? Хоть сколько. И самое главное, постоянно бегать-прыгать, как на собаке, потому что на вас будет стакаться трескучий мороз. Если будете стоять и бланить, блядь, то получите много дамага. Еще и приморозится. А на кострах тоже разве надо бегать, прыгать? На костре, по-моему, нет, там снимается. Ну, проверьте, я не помню, я не стоял никогда на кострах. Не, возле костра ничего там. И паладины, в принципе, могут бабл камень возвращения нажать. Сначала, напоминаю, убиваются вспышки, и потом бьется босс. Потому что вспышки нам дают, мобы, которые в них заключены, дают нам вот эти бафы. Все, готовы. Все, бейте вспышки, я босса заберу. Вот я поставил рядом, чтобы вы ешили. Вот хуйня появилась, вы вышли с нее. И прыгаем постоянно. Вспышки, ну быстрее добивайте, вон справа еще, блядь. Сейчас я в танке добью ее. Вот туча грозовая, сбежались все в нее. Только смотрите в ледяную эту сосульку не попадите. Диспел рейд. Ну диспел мы бегать не можем, ёбаный покос, сука. Есть там диспел или нет? Ну, вот Песа в голову прилетела, да? С3 прилетит сейчас, где звезда пропрыгала. Вот прилетела, но я стоял недалеко. Вот луч света, видите, вы, да? В него? Вы видите его. В него встаешь и увеличивается ДПС. Вот три бафа словили. Вот милики увеличивается, скорость коста увеличивается. А давайте Геру, чё вы дрочите, блядь? Вот приморозило, раздиспельте, дайте масс диспел по людям. Смотрите, белые шары, от них отошли на 5 метров, стоим, как звезда показывает. Зашли теперь, зашли, быстрее, быстрее, быстрее. Так, провалился чего или нет? Попал, да, там кто-то да. Провалил, блядь, бичи, сука, не забежали, блядь. Чё, блядь, сука? Я понял, нахуй. Пять человек. Вот это топ посох, когда-то будет. Когда-то был. Роллинг Т8. Т8 на трансмут надо кому-то? Давайте, сейчас я покину на ролл. Знать бы, как он выглядит. Красиво. Ну, я хуй знает. Завоеватель, надо кому-то? Он был у меня, я продал его. То есть сломал. Так, Holy Drink. Если что, там друг другу передадите, если что-то ошибусь там. Защитник, надо кому-то. Трэш этот самый дальше, цветочки чистите там. Я раскидаю пока сундуков эту парашу. Смотрите, там тут не сдохните. А, там два моба еще одновременно залить надо. Так, бидон. Посох надо кому-то этот на трансмут? Так, сейчас. Посох на трансмут ролить. Тавакин, тебе нахуя посох, блять, на трансмут? Точно тебе это надо, ебать? Или ревисту дам? Второго побольше. Дамаг. Ну кидайте еще раз ролл, хули. Ребят, второго побольше дамаг.
Так, что там со второго сумка? Что-то, блядь, осколков не падает. Обычно схема Ходора падала постоянно осколок, блядь. Ну, 100% должен с алгалона из йога валиться. Но... А чё, сука? Мне а... туда, дальше, дальше забраться. У нас же Торим. А чё я сундук не могу лутать, кто знает? Это бабульду. Чего? Это бабульду. На Торима или на Фрею идем? На Фрею. На Фрею? Ну, по порядку. По порядку Торим. А, Торим. Ну, значит, на Торима похуй. А ты видишь осколки разве? Кто? Вообще их все, ну, по-моему, видят. Все видят осколки. Их даже, блядь, некоторые уёбки, фурики, роги, когда ролили, блядь. Дебилы. А получается же, осколок, он дает КВС, правильно? Нет. Нет. Надо собрать их, потом ты их объединяешь, и только после этого лутаешь КВС. А, понял. Слава, слышишь, вопрос такой по поводу, как убрать дебафы, короче, вот эти, типа, раса, премиум, а оставить те, которые босс кидает. Это в Вуду у тебя раса премиум? А, да. Слушай, не знаю. Там скачать хилбот. Нам что-то в галочках ты где-то понатыкал, наверное. Что-то убрать, наверное. Какую-то галочку. Хилбот с Анину. Буду топ. Ну, там бафы, которые типа ты не можешь снять или что-то такое, там не до галочки. Типа поставь галочку, типа эффект, ну, дебафы, которые типа можешь снять, типа такой херни. Так, значит, так, какой-то приз давай, Шалфир. Вот этого моба возьми в контроль. Вот звезда, остальное заливаем. В майт-контроль возьми. Майт-контроль на панели вытаскивайте. БС и Шалфир. Пошли, эту всю хрень заливаем. Какого-то возьми в контроль любого, не обязательно этого. Вот, можно в комнату, пожалуйста? Я обожаю комнату. Да, да. Законтролили моба какого-то, нет? Чуть не вижу. Да, да. Ага, звезда все. Бегает. Все, пускай бегает, сейчас метки надо будет поставить. Так, значит, это, включите кто-то рейндж, как он называется, рейндж, блядь, сколько ж тут рейндж-то нахуй? Ну, блядь, 12 что ли? Обратно. Еще раз контроль берите. Рейндж, ну 12, хуй с ним, я не помню точно какой надо рейндж. Или 11, блядь, кто помнит, блядь, 11 что ли? Десятка, по-моему, перекидывается молния. Блядь, никто не помнит, да? Хуй с ним, 12 пишите. Вот тут танки стоят. Милики. Так, этот. Ну, сука, мне что, самому писать? Давай, рейндж. Комнату кто пойдет? Так, вот 11. Так, уйдите, съебитесь все отсюда. В тотемы, в ворота встаньте, съебитесь все. Значит, этот, Шалфир... Сейчас подождите, блядь. Этот, значит, ассист мне нужен. Этот, Акиса. Значит, встань в звезду ровно. Остальные все уйдите. Так. Так. Блядь, что-то не то. Или, сука, или там, блядь, 12 метров. Кто помнит, нахуй, сколько МК, там... МК. Давай 12 напишу, на всякий случай. Видишь, 12. Да ёбаный в рот. Так, вот. Так, вот здесь. Так, теперь еще одно тело в кружок подбегите. Какое-то тело, то здесь. Так. Так, стой в кружке. Допустим, так. Так, теперь... Теперь перебеги с кружка в ромбик. Обратно в контроль возьмите.
Так, тут, в принципе, ренжа есть. Здесь будет у нас стоять. Так. Так, ну давай. Блядь, что забыл нахуй, как расставлять-то, блядь. Ну, давай. Перебеги в этот, в кружок обратно. А если оно не 12, нахуй? Ну ладно, похуй. Поставим. Так, теперь перебеги Акиса в ромбик. Так, квадрат. Так, и что еще, блядь? Сука, я не помню, что как-то, блядь. Ну давай, давай вот здесь тогда. В это, в звезду перебеги. В принципе, нахуя уже и так на глаз видно, блядь. Сюда, допустим. Ну все, хватит, в принципе. Смотрите, значит, милики, милики. Так, танчим мы с Лингреном, звездочки. С нами бьет в ебало Акиса. Хотя, подожди, Рарник, давай, Рарник, ты будешь, ты самый жирный, ты стоишь с нами в звезде. Вот трое, стоим по трое. Дальше, запоминайте метки свои. Значит, в кружке будет стоять Биг Дэм, Акиса и Холи Дринк. Это ваша метка, запоминайте метки. Надеюсь, вы тут. В ромбике будет стоять Ностальгия, Винлорд и Криптолк. Если какие-то еще милики есть... Ваше место под стеной где-то, но не здесь. Вот, свои метки запоминаем. Дальше, РДДшники, кто остался. Значит, в кресте играет... Мистери, Притон и Давакин. В луне играет... Вадикон, Равист, Вудфокс, ваша метка. В квадрате играет... Значит... Шектор играешь. Потом с тобой стоит. Кто там еще есть? РДД, блять. Ну и давай, короче. И давай, короче, этот. Давай Дудун и Песа. Так, теперь в треугольнике. Треугольник — это сейф-зона. Здесь никуда отбегать не надо. В треугольнике идет сюда Шалфир. Так, Дудун, Песа и Шектор в квадрате, да, я сказал. Шалфир, стоишь в треугольнике. Твоя задача будет завоевать Ульдуара, моб завоевать Ульдуара, его взять в МК и его постоянно держать в МК. Это единственная твоя задача. Вот, не бить, не просто обновлять МК. Запомни цель, его нажмешь и, ну, готовься обновлять МК, когда он выйдет с МК. Стоишь в треугольнике. Значит, с тобой здесь стоят Хепалю, стоишь здесь, и с тобой здесь стоит Бидон. Вот вас трое здесь. Геншин, ты будешь на самостоятельной основе. Давай, где тебя поставить лучше, блядь. Давай, вот здесь, в принципе, неплохо. Здесь будешь стоять, в черепке. Вот, и считывать рейд. Потом, кто еще остается? Подушка здесь, в квадрате, тусуйся с Геншином. И кто еще остается, не распределил? А, и Фарла давай, подушка, Фарла и Геншин здесь стоите. Смотрите, в чем особенность босса. Мы будем проходить туннель быстро. Вот, на те, кто здесь тусуются, у вас будут мобы, значит, завоеватель Эльдуара первый возьмет под контроль, его подведете к треугольнику, там Шалфир, там и стой, прям сейчас там и стой, и до конца босса там стоишь, вот, этот, возьмешь его в контроль, он вам увеличит хасту, ДПС, короче, увеличит, вот, и просто заливаете мобов здесь. Просто будьте, если смотрите, огромец рвите, на Лингрена напуливайте, Вакин, Крипток тут останетесь, и милики. Так, и теперь на боссе расстановочку такую делаем, когда босс сверху прыгает. До этого, ну там где-то в центре тусуйтесь. В центре, вот прям в центре, чтобы молния не била. Да, и теперь самое главное, что на боссе надо выполнять. У босса будет баба, она будет Близзард кастовать. Близзард будет по краю ходить. Ну, этот Близзард, он прохиливается. Просто прохиливаемся. Ну, если что, бросаем все, себя хилим.
Завоеватель Эльдуара, увидишь там. Он, под ним аура под ногами светится. Босс будет... босс, смотрите, вот эти колонны с белыми шарами, которые по комнате стоят, они будут в босса кастовать. Вот босс в центре здесь будет стоять, я его буду держать везде, он будет звезду лицом смотреть. Он будет кастовать, колонна будет случайная кастовать в босса двойные пучки таких молний, как у Элема вылетают молнии. Они будут лететь в босса. Как только вы это увидели, вот допустим, вот здесь через сову, кто это? Через Вадикона летят пучки молний. Действие Вадикона, смотрите, вот он увидел такой, кастует, хуяк, из этой колонны летит молния в босса. Это означает, что через 5 секунд босс повернется и в эту сторону, в эту молнию, в эту колонну даст веер молний. Этот веер, он, ну, первый может не шотнет, а остальные будут шотать, потому что боссы будут увеличиться стаки урона от молнии. Действие Вадикона, смотрите на звезду. Он выбегает вот так, ну, чтобы вот так не бежал сразу, чтобы с кружком рейндж не нарушил. Вот так выбегает немножко и сразу дает влево или вправо, в любую сторону. Вот до сюда он отбежал, он уже в сейф-зоне. Вот тут он добежал, здесь стоит и дамажит дальше босса. Как только эта молния ебанула веер, он возвращается таким же путем в свою метку. Вот так чик. Чик вернулся, стоит, дальше дамажит. Все. Это для всех тактика, стоящих в метках такая. Кроме миликов. Милики никуда не выбегают. Вот, сдохнут, хуй на них. Все, теперь смотрите. В комнату со мной идут Геншин, Шектор. Остальные три хила тут остаетесь. Это, стойте в разных точках. На хилах может сало быть. Если что, этот самый... Кто там? А, Зубраджин, ты что, шестой хил? А, ты Элем? Смотри, ты Элем. Если что, хилы там сало словят, покастуй хилку. Ну и там этот... А ты что, с собой ДД в комнату не берешь? Беру. Со мной в комнату Хорошо. Идут. Со мной в комнату идут этот Песа, два Лока, Дудун, три Совы и Зубраджин. Этого, я думаю, хватит. Вот Шалфир здесь, как только этого моба словишь, так и будешь ждать босса с контролем моба. Вот. Все остальные, первая, вторая пати, милики, остаетесь здесь. Крипток, Давакин, напуливайте мобов на Лингрена. Лингрен здесь танчит. Вот на него квадрат. Вот квадрат. Вот. Остальные в комнате, когда пойдете за Войдом. Шектор и Геншин. Смотрите, в конце комнаты будет голем. Из него, из руки справа и левой, будет выходить молния. Огонь такой, блядь. Не знаю, Войд, что там делать. Там Биг Дэм что-то хотел спросить. Давай, Биг Дэм, ты иди сегодня. Все, проверка, сейчас моба будем убивать и уже начнем. Готовимся заранее. Ну это чтоб не вайпнуться, блять. Все, бьем моба. Все, снимаем К. Бьем моба. Как стоим возле рычага. Как только моб умрет, запускаем рычаг. И идем за Войдом. Смотрите, агроз, не сорвите. Лучше не побейте. Дайте мне агро набрать. Вот. Все, кто остается на арене, по центру, вставайте. Ну, кроме кому сказали. А кто ДД идет? Что мало ДД у вас? Там РДДшники, нормально. Давакин в центр. Контроль. А уйдешь им этих мобов? Вот, налево перебегайте, мне стан дали мобы, на меня не смотрите. Сейчас урон получите, сука. Вот. Вот смотри, мистери похуй, направо перебегаю. Смотрите на моба. Все, зергаем моба. Опять. Ребята, в центре стоим. Совы в центр, встаньте, блядь. Налево перебегаем, налево. Налево быстрее. Меня станет, сука, на меня не смотрите, блядь. Поручите урон, сдохните. Направо перебегаем. Быстрее, сука. Ну не вставайте вы в край этой залупы. Вы что, сука? Быстрее за спину босса забежали. В дверях не стоим. В дверях не стоим. За спину босса забежали. Full DPS. Если будете в дверях стоять, он туда сделает рывок и сивейдится. Появится фулл трэш. Быстренько бьем. Все. В первую очередь прислужника убиваем. Он дал ему сало. Быстрее зергаем.
Мы следующие пошли. Смотрите, раньше меня только не сорвите ничего. Вот касты мы сбивайте тоже. Теренджу спрашивал, 11 метров. Да, хорошо. Надо держать. Я 12 прописал. Так, большого объем. Если появится дебаф, на вас выбежите рейндж. Ну и пока что просто рейндж наберите между собой. И здесь, когда большой вот этот умрет, сколько там у нас времени, блять? 40 секунд, нормально. Зазнавателя хильте. Хэпалю, ты тоже в центр должен был встать. Идем за звездой. В центр, в круги не забегайте, по стенке, по правой идем. Иди за знавателем. За воидом идем, сука, в кругам близко не подбегайте, там приморозитесь. Все. Зазнавателя убили. Сначала вы спрыгиваете, потом... Хотя, это, кто тут может запустить? Равис, ты запустишь босса? Последний спрыгнешь? Где ты? Или кто там? Стой тут, когда скажу. Не бейте босса сейчас, бессмысленно. Ладно, все, давай запускаем, я запустил. Спрыгиваем вниз, встаем по своим меткам. Мы с Лингером в звезде встаем. Я первый босса танчу, готовимся. Так, моб завоеватель есть в контроле? Что там? Ну давайте Геру. Он возле стены стоит, что его подвести надо? Да не обязательно. Пробудителя вот этого завоешьте кто-то, задотайте его, блядь. Кулюн кастует, блядь. Че, фулл ДПС просто даем. Этот, стаунти Лингрен. Стаунти. Дезбалансирующий удар, когда забираешь. Вот, я смотрю, куда на тебя кинется. Здесь мне ДБМ напишет. Все, ну давай, давай хэпалю массакру. Так, забрал. Я, бидон, ставь тотем, геншин гимноману. Равис по хэпалю, иннер. Медфокс по бидону. Вадикон тоже по хэпалю закинь. Нас, да? Да, у нас. Санку. Ага. Давай этот холи. Лингрен массакру. И после нее Шектор даешь массакру. Забери, бери в контроль опять моба. Все, Шектор, давай массакру. Все, я даю незыбку, короче, и похуй, все. Фу, просто ДПСим. Ебать, дамага там не летел. Ачивки сыпятся. Зи, нечисть. Фу, я что-то у него сундук-то большой, да? Минутку отойду.